Каждый посетитель этой выставки может создать свой шедевр петряковской росписи. В работе важно не столько умение, говорят мастера, сколько доброе сердце. Ведь в рисунках художники зашифровывают свои настроения и мысли. Калина – це символ добробуту. Півник – це, ви знаєте, це символ ранку, початок чогось нового. Сонях – це символ сім'ї. Первые мастера рисовали подушечками пальцев, добиваясь от элементов объема и правдоподобия. Сегодня для этих целей используют соску и, как дань традиции, кисти из кошачьей шерсти. Только так можно получить такие тонкие линии. Художники надеются, статус культурного наследия ЮНЕСКО, который присвоили техники в декабре, поможет им выжить. Петриковці дуже тяжко майстрам. Виставки вже не такі масштабні. Це вперше в Україна війшла от з Петриківкою до цього списку. Ну, я думаю, що це буде новий етап. На выставке работы четырех поколений петряковских мастеров. Чиновники на открытии обещали их опекать, а список ЮНЕСКО еще расширить. Кам'янець-Подільський з його унікальним каньйоном, нематеріальний спадщині, Сорочинський ярмарок, косівська кераміка. Новый статус подкрепили новым рекордом. Это 5-метровая деревянная ложка, теперь самый большой шедевр петряковской росписи в Украине. Елена Скомола, Виталий Савинко. События.